как такового инцидента-то и не было. Это обычные прогулки девочек, которые играли в магазин, как они, ну, как часто дети играют, третий, четвертый класс, играли в магазин, одна другой не уступила дощечку, из этого возникла ссора. И результатом этой ссоры стало слишком эмоциональное восприятие одной стороной и другой стороной того, что произошло, не более того. Наверняка у вас уже есть какая-то более точная информация того, что произошло. Что вы имеете в виду под этими словами? Что произошло? Девочки поругались. То есть это район, ну, я бы не сказала, что он неблагополучный, но тем не менее это общежитие. Это район, где живут различные совершенно социальные слои, и естественно, что у девочек, может быть, преобладают эмоциональное состояние гораздо больше, чем мы того хотим. В данной ситуации ученица 3-го В-класса посчитала себя обиженной. Она бросила дощечку, которую же перед этим взяла, бросила в ноги другой своей подруге. Ну, кстати говоря, на следующий день они пришли, точно так же они играют, как обычно, они общаются между собой. Мы вчера об этом разговаривали, сегодня вот приглашали, и родители разговаривали между ними. То есть никакого дальнейшего действия эта ситуация не имела. И затем между ними произошла обычная ссора, как это часто бывает во дворах. Драки не было. Как таковой драки не было. Вот той драки, которая могла бы иметь какие-то серьезные последствия. То есть девочки просто ударили друг друга. Одна ударила другую по ногам. И еще одна ситуация. Просто в пылу вот этих вот разбирательств одна схватила за плечо другую, и капюшон натянулся слишком. Отсюда была потеря голоса, как потом зафиксировали в травмпункте. Сегодня девочка разговаривает как обычно, то есть все восстановилось, все совершенно спокойно. Откуда взялся ушиб гортани и почему девочка потеряла голос, вы смогли Я говорю сказать, про капюшон. Хорошо, объясните мне, пожалуйста, следующее. Неужели из-за того, что потянули капюшон, медики смогли зафиксировать ушиб левой части грудной клетки? А девочки упали обе. Мы сегодня разбирались в этой ситуации. Я еще раз говорю, что ничего как бы сверхвыходящего в этой ситуации не было.